Всем привет! Существует несколько различных рецептов приготовления шоколадной колбасы, но сегодня я вам покажу самый простой, быстрый и вкусный рецепт. А понадобится всего 3 ингредиента. Это 180 грамм шоколадного масла, 100 грамм печенья и 3 сникерса. Первым делом нужно порезать сникерс на маленькие кусочки, переложить кусочки в глубокую миску и поставить на водяную баню. До жидкого состояния растопить сникерс не получится, поэтому достаточно превратить его вот в такую кашеобразную массу. Затем эту массу нужно будет охладить до теплого состояния и переложить шоколадное масло. Масло нужно достать заранее, чтобы оно стало мягким. Хорошенько перемешиваем сникерс с маслом. В итоге должна получиться вот такая шоколадная масса. Так как шоколадное масло сладкое, то дополнительно добавлять сахар не нужно. Теперь поломаем 100 грамм печенья в не особо мелкую крошку. Кусочки должны получиться примерно вот такого размера. Добавляем печенье к шоколадной массе и хорошо все перемешиваем. Получается довольно-таки густая шоколадная каша. Эту кашу нужно переложить на пищевую пленку и распределить ее вдоль вот таким образом. Теперь ее можно закатать в тонкую и длинную колбаску. Закрутить концы пленки и завязать их, чтобы колбаса не растекалась. Но теплая шоколадная масса совершенно не держит свою форму, поэтому ее нужно убрать в морозилку на 30 минут. Затем раскатать и придать более цилиндрическую форму. Опять убрать в морозилку еще на 30 минут. Как видите, теперь эта застывшая масса действительно похожа на палку колбасы. Срезаем узлы и снимаем пленку. Смотрится она реально как копченая колбаса. Режется она довольно-таки легко, так как масло еще не успело сильно застыть. Ну а в разрезе ее и не отличишь от настоящей колбасы. Смотрится очень аппетитно. Ну а за счет сникерса и жареного арахиса вкус колбасы получился еще круче и насыщеннее. В общем, шоколадная колбаса у меня удалась на славу. Ну а теперь очередь ваших позитивных комментариев. Пишите их побольше, и вы тоже попадете в мое видео. Всем большое спасибо за внимание и желаю вам приятного аппетита!